Ah!
Спасибо. Yo, look at a picture boy, chicken little, just getting aka some giggas, some fuckers, some... В этой истории нет ничего смешного. Маленькому Кан-Кангу около 2 лет. Он родился в Китае. Ребенок с 2 лицами. Выглядит это как ужасная маска. Огромная расщелина пересекает почти все лицо от уха до уха. Во время беременности анализы указывали на обычного, здорового малыша. При рождении матери долгое время не показывали сына. Как оказалось, лечение малыша невероятно сложное и дорогостоящее. К счастью, семье удалось собрать нужную сумму, и мальчика уже лечат. Пожелаем маленькому Кангу удачи.